चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवई प्रिया आई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरिया द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Прежде всего, моему Гуру Пада Падме я целю Лаправишна Умешна Пада Аштатрашата Шри Шримат Бхакти Шри Рупи Сиддханте Госвами Махараджа. Я предлагаю бесконечно саштанга дандават пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикша Гуру Пада Падме и царю Лаправишна Умешна Пада Аштатрашата Шри Шримат Бхактивиданте Шрили Нараяне Госвами Махараджу. Я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнави принять мои поклоны. Харе Кришна. Это писание Гранха, ответы Шрилы Прабхупады, которые он в разное время давал на разные ответы преданных. Эти ответы собраны и опубликованы в виде книги. Например, содержится следующий вопрос. Кто-то спросил Прабхупада, почему Бхагаван, Господь, посылает нам столько страданий? В этом мире столько бед, трудностей. Для чего? Прабхупада дал следующий ответ. Цитата. Бхагаван сотворил этот мир, и в нем есть страдания. Но это не значит, что Господь хочет, чтобы мы бесконечно страдали. Цель не в этом, ведь Господь наш Отец. Если дети счастливы, то и родители довольны. Поэтому Господь посылает нам незначительные страдания, но Его цель не в том, чтобы мы бесконечно страдали. Если этот мир украсить, если сделать его привлекательным, то есть этот мир содержит в себе и нечто хорошее, и страдания, то есть он подобен украшенному миру. Для чего же есть страдания в этом мире, которые с одной точки зрения кажутся привлекательным? Для того, чтобы... Цитата. Бхагаван объясняет, что трудности в этом мире существуют не для того, чтобы это было нашей прайоджаной, конечной целью — бесконечно страдать. Господь не этого хочет. Он хочет научить нас. Цитата. Он хочет научить нас думать о нем, потому что если не будет трудностей, люди не будут совершать баджан, не будут искать счастья вне мирских радостей. Они будут погружены в мирские заботы, в семью, в детей. Никто не будет совершать баджан, поклоняться Господу, ведь у них и так все хорошо в материальном мире, в обычной жизни. Поэтому зачем совершать баджан? И так их все устраивает. Поэтому трудности, беды существуют для того, чтобы души задумались, где же действительно счастье. Ашок Абай Амрита Адхар. Цитата. Бхактивинода Такур описывает, что у стоп Бхагавана находится ашок, то есть нет печали, нет трудностей, амхаи,
там бесстрашие и амрита, нектар бессмертия. Все это лишь у стоп Господа. В другом месте мы это не обретем, где бы мы ни искали. Поэтому Господь посылает трудности, чтобы мы нашли эти действительно настоящие блага у стоп Бхагавана, чтобы мы не погружались только в мирское. То есть трудности для того, чтобы мы искали счастье, а счастье возможно только в служении Господу. Поэтому говорится, Адхата Брахма Джигьяса. Это первая сутра, первое высказывание из Брахма Сутры. Адха, Адха Брахма Джигьяса. Адха означает, что мы хотим счастья. Но где мы его ищем? Ищем мы его в неправильном месте. Это можно прояснить на следующей истории. Одна женщина искала на улице что-то. Ее спросили, что вы ищете? Иголочку. Вы ее здесь потеряли? Да нет, потеряла я ее дома. Тогда зачем вы ищете на улице? Но здесь светлее. То есть женщина потеряла иголку в доме, но ищет в неправильном месте, на улице. Подобным образом мы тоже ищем счастье, но где? В неправильном месте, в материальном мире. Санатана Госвами спросил Махапрабху, он задал два вопроса. «Ке Ами? Кто я?» «Кена Амара Джарата Патрая?» «Почему я страдаю в этом мире?» — спросил Санатана Госвами. «Ведь здесь есть Адхиатмика, Адхидавитика, Адхибаутика, тройственные страдания. Почему эти страдания приходят в нашу жизнь?» Махапрабху что ответил? «Дживера Сварупахоя Кришна Нитсидаса». Он объяснил, что подлинная природа души — быть вечной слугой Нитсидасом Господа. Почему же тогда мы страдаем? Кришна Болиса Джива Анади Бахирмукха Атаева Майтарда и Самсара Дукха. Все проблемы в этом мире, самсара дукха, имеют только одну причину — Кришна боли. Мы забыли Кришну, отвернулись от Него. И поэтому мы страдаем, пребывая в материальном мире. Прабхупаду также спросили следующий вопрос. Из первого ответа на вопрос мы поняли, что мы страдаем, чтобы принять прибежище у Господа и обрести счастье. Но даже когда мы совершаем бхакти, все равно у нас какие-то страдания сохраняются, и мы не ощущаем Господа, не чувствуем Его. У нас нет анубхути, реализации Божественного, восприятия Божественного. Почему так происходит? Почему же у нас нет этого восприятия Божественного? Ведь оно, по идее, должно быть. В чем проблема, чего нам не достает? Прабхупада ответил, цитата. Прабхупада ответил, когда мы обретем анубхути, реализация, когда мы будем памятовать Господа, совершать киртан, как полагается. Цитата. Как нужно совершать баджан, как нужно поклоняться Господу? Все время, непрерывно. Мы вчера слышали пример, который приводил Гурудев Шабхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж. Духовная практика должна быть подобна струйке меда, которая истекает непрерывно. Поэтому памятовать Господа, воспевать Его славу, Его имя нужно постоянно, все время. Можно возразить, но мы же не садху, чтобы весь день сидеть и совершать духовную практику. Мы грехастки, семейные люди, у нас есть забота о семье, о близких. Что же нам делать? Все, что вы делаете, нужно совершать для Господа. Тогда это поможет вам памятовать Всевышнего. Что бы вы ни делали руками, например, готовите, подметаете дома, делайте это для Господа, то есть готовьте для Господа, подметайте, думая, что это храм Господа, даже омывайтесь для Господа. То есть все свои деяния воспринимайте как служение Господу. Руками совершайте служение Господу, а устами воспевайте Его святое имя. И тогда, если будете все время повторять святое имя, то у вас будет духовная реализация.
есть три вида преданных – Уттама, Мадхьяма и Каништха. Уттама – это тот, завидев кого, вы уже, получив чей даршан, на ваших устах уже появляется святое имя. Мадхьяма, преданный среднего уровня, это тот, кто постоянно, 24 часа в сутки, повторяет харинам. Неважно, ходит он, сидит, что бы он ни делал. Махапрабху сказал, «Ихаджапа гиасаба кори нирванха». Махапрабху дал наставление. «Я дал вам харинам. Кишайна, если вы спите, кибоджана, если вы кушаете, кибоджагарна, если вы идете, что бы вы ни делали, всегда воспевайте имя Господа. И тогда будет результат». То есть, что бы мы ни делали, всегда нужно воспевать святое имя Харе Кришна Махамантру. Еще раз громче. Если мы всегда будем повторять святое имя, то непременно у нас будет восприятие, непременно будут духовные реализации. И даже во сне мы будем погружены в святое имя. Вспомните сами, что вам снится. Махапрабху кто-то спросил, вы дали наставление воспевать святое имя всегда, даже во сне. Как это возможно, воспевать харинам во сне? Ведь во сне мы спим. Но вспомните сами, что вы делаете в течение дня, во что вы погружены в течение дня. Если вы очень сильно размышляете о чем-то, то и сны вам снятся соответствующие об этом. Поэтому если вы весь день думаете о Господе, то и когда вы спите, вы будете памятовать кого? Всевышнего, Бхагавана. Вам не будут сниться неправильные, дурные сны. А если вы весь день погружаетесь в материальное, в бренное, то вам и снится будут соответствующие. Поэтому нужно стараться воспевать харинам всегда. Цитата. Если мы все время погружены в материальное, в материальные заботы, то как же мы обретем духовную реализацию, как же у нас появится анубути, восприятие Господа, если мы думаем о другом, если мы думаем не о Всевышнем, тогда мы не постигнем Господа. Цитата. Прабхупада описывает, что мы позабыли Господа и погружаемся в то, чем не должны заниматься, в неправильные действия. В какие? В то, что связано с Майей, с иллюзией материального мира. Мы для чего пришли в этот мир? Чтобы совершать баджан, духовную практику. А чем занимаемся? Всем остальным, но не духовной практикой. И таково наше печальное положение. Понимаете? Это не наша удача, это наша неудача. Что то, ради чего мы пришли в этот мир, мы задвигаем на задний план. И чем занимаемся? Всем остальным. Мы не посвящаем себя баджану. Мы оставляем баджан. И делаем остальные действия, как собака, которая бегает, как будто она очень сильно занята по важным делам. Но что у нее за важные дела? Она бежит, бежит, метит территорию, метит дерево и возвращается обратно. Опять бежит. Это ее важные дела, как телеграмма срочно носится туда-сюда очень быстро, якобы занимаясь важными делами, а на самом деле просто метит территорию, то есть занимаясь бесполезным. И мы
тоже уподобляемся такой собаке. Бхагаватам говорится, швавит варахоштра карай. Цитата. В этой шлоке описывается, что если на чьих-то устах нет имени Господа, то такой человек сравнивается со швавит. То есть шва — это собака, вид вараха — это свинья, поросенок, который питается испражнениями. Уштра — это верблюд. Верблюд, он же не ест мягкие, сочные листья. Он жует колючки, которые протыкают его щеки. И верблюду кажется, что он ест нечто сочное. На самом деле он просто ощущает вкус собственной крови. Также такой человек сравнивается с собакой и карой, со слом, который весь день носит на себе тяжести и кушает только солому. Вот те, кто-то совершает баджан, это шлока не о них. Это шлока о тех, кто не совершает духовную практику, кто, по сути, проживает свою жизнь впустую, тратит ее зря. Некоторые очень гордятся тем, что они делают в материальном мире. Но это все бесполезно, поскольку они не занимаются самым главным, баджаном. Однако они не понимают этого. Они думают, мне нужно сделать вот это, вот то, еще потом разные другие задачи решить. Однако, находясь в утробе матери, эти души о чем молились? Они просили Господа, пожалуйста, позволь мне родиться в этом мире. И я буду всегда, что бы я ни делал, спал, ходил, занимался другими делами, занимался баджаном тебе. Однако затем душа рождается, забывает о своем обещании, и вместо поклонения Господу, вместо своей истинной цели, занимается не весь чем, погружается в мирские заботы и тратит свою жизнь впустую. И так проходит жизнь, и душа затем продолжает вращаться в круговороте из 8 400 000 видов тысяч жизни, потому что человеческое рождение не использовало по назначению. Цитата. Прабхупада приводит следующий пример. Река, которая присыпана песочком. Кажется, что это суша. Фалгунади такая река называется. То есть вода, которая сверху покрыта песком, и из-за которой этой реки не видно. Но однако она есть под этим песком. И если человек не знает о том, что эта фалгунади находится перед ним, то он наступит на место, которое кажется сухим, и провалится, потому что внизу вода. И вот эта самсара, материальный мир, кажется такой рекой. То есть так же, как река присыпана песочком, так же этот мир кажется, который является водой, то есть наполнен страданиями, кажется счастливым, то есть присыпан таким песочком, иллюзия счастья. Издалека кажется этот мир привлекательным. Кто-то думает, вот в Дели, в Бомбее есть очень вкусный ладан, надо обязательно попробовать их. Также мы привлекаемся этим миром и хотим попробовать разные удовольствия здесь. Хотим погрузиться. И те, кто уже пробовал такие лады, и те, кто еще не пробовал, хотим попытать свое счастье. Попробовать эти лады и умереть. Ну, в смысле, жизнь будет неполноценной, если их не попробовать. Вот так же и мы размышляем. И те, кто уже что-то испробовал материальное, и те, кто еще погружается в материальную жизнь, хотим попытать свое счастье, ступить на эту сушу, но проваливаемся в воду, как в этом примере с Фалгунади, с этой рекой. То есть думаем, что обретем счастье, однако не обретаем его, испытываем одни страдания. Цитата. Прабхупада далее описывает, что мы не развиваем привязанность к Господу, не совершенствуемся в бхакти. Что же мы делаем? Мы совершаем неблагоприятные деяния, отворачиваемся от Господа, развиваем дурные наклонности, тратим свое время впустую. Цитата.
Что представляет собой майя? Мы, даже если вдруг стараемся посмотреть в сторону Бхагавана, майя схватывает нас, возвращает в материальный мир. Под ее влиянием мы наслаждаемся и считаем себя действующим. Я это сделал, я то сделал, я того достиг. Я это сделал. Гордимся тем, что мы сделали. Однако, что бы мы ни делали в этом мире, какой будет результат? Бандана, порабощение. Что бы вы ни делали в этом мире, какую бы хорошую деятельность, карму вы не совершали, результат всегда один. Ваше порабощение в материальном мире. Неважно, пуни — это благочестивые деяния или пап — грехи. Какой результат пуни? Это сварга, проживание в раю. Затем опять, когда благочестие закончится, вы упадете в материальный мир и опять будете погружены в богатство, в семью, в материальные заботы. Вот сравните, мы, например, два роти, две лепешки скушаем и спокойно спим. А сравните с теми, кто зарабатывает очень много денег. Они не могут заснуть спокойно, потому что у них очень много забот, и сон им просто в голову не идет. Их голова наполнена разными проблемами, которые не дают им уснуть. То есть мы две лепешки съели и спокойно спим, живем просто. А те люди, которые прикладывают очень много усилий, чтобы достичь материальных благ в значительном количестве, они страдают. То есть чем больше мы стараемся благоустроиться в этом мире, чем больше мы стараемся достичь, тем больше у нас проблем, тем больше головной боли. Поэтому сколько бы карму вы не совершали в этом мире, вы только будете еще глубже увязать в нем. Поэтому не старайтесь совершать карму, это поработит вас. Что делаете? Следуйте пути бхакти. Совершайте не карму, не деятельность ради себя, а бхакти, деятельность ради Господа. Народ Мадхава Стакур описывает. «Не нужно мне рассказывать о сварге», — говорит народ Мадхава Стакур, «об ананде, блаженстве, которое есть в раю. И оставьте также оба пути, и папа — греховную деятельность, и пуни — благочестивую деятельность». Потому что и то, и другое ведет к неблагоприятным последствиям. Если возьмем сваргу, райскую обитель, царя сварги, как зовут, Индра, сколько раз он поросенком рождался, сколько раз он падал со своего положения, был вынужден скрываться, в лотосе даже прятался. То есть нет счастья даже на сварге в райской обители, потому что даже сам царь райской обители столько проблем испытывает. То есть не пунья, не благочестивая деятельность, которая ведет к краю, не принесет вам счастья. Не тем более греховная деятельность, пап. Чем больше вы накапливаете богатство, погружаетесь в семейное счастье, тем больше проблем. В Мадхуре одна матаджа, одна женщина приходила к нам и рассказывала, что у нее есть 5 детей, 5 мальчиков и 5 девочек, 10 детей всего. И она приходила и говорила, сколько у нее проблем. Сегодня у одного ребенка проблема, завтра у другого ребенка трудности, через день у третьего что-то случилось, и постоянно что-то у каждого из ее детей происходит. Потому что много детей, большая семья, и поэтому много проблем. У каждого то одно, то другое случается. И она говорила, вот как вам хорошо садху в храме, а у меня просто постоянные проблемы из-за моей семьи. Поэтому чем больше мы погружаемся в материальное, в семейные заботы, тем больше проблем у нас будет. Поэтому не благочестивая деятельность пунья, не пап, не греховная деятельность не принесут нам блага. Какой же путь нам выбрать? Путь Бхагават-бхакти, развивать прему, любовь к Господу, поклоняться Всевышнему. Именно вот этот третий путь, то есть не благочестивая деятельность, не греховная деятельность, а третий путь поклонения Господу принесет нам счастье и не позволит нам быть порабощенным в этом мире. Кришна говорит в Бхагавад-гите «Ягардхат кармано нятрам локаям кармабанданаха». Цитата. Кришна объясняет: «О, Арджуна,
вне меня, вне связи со мной, ничего не делай, потому что это поработит тебя в материальном мире. Ты будешь вращаться в 14 мирах, 8 миллионов 400 тысяч жизней. То есть Кришна через эти наставления Арджуны наставляет всех нас. Не совершайте чего-либо, не связанного с Господом, иначе увязнете в этом материальном мире. Преданные что делают всегда? Думают о Господе. Что приготовить для Господа? Что предложить Ему? В холодное время года есть ли у Господа достаточное количество одежд? Если в семье все поклоняются Господу, воспевают Харинам, то даже когда человек думает о членах своей семьи, о своей семье, о детях, о внуках, если это преданные, то это тоже, с одной стороны, бхакта-сева, служение преданным, потому что члены его семьи совершают баджан. Когда человек лежит на предсмертном одре, окруженный членами своей семьи, детьми, внуками, что происходит? Дочка может сказать: «Отец, ты не узнаешь меня, это же я, твоя дочка». Зять может сказать: «Вы не узнаете меня, это же я, ваш младший зять». Внуки, могут тоже бегать. И человек вот смотрит на членов своей семьи, думает о них и оставляет тело. И что происходит? Кришна объясняет, что о чем мы думаем во время смерти, того положения мы и достигаем. Поэтому если человек на смертном одре смотрит на своих обычных мирских родственников, которые непреданные, то кем он рождается? Как Кайлаш, например, который родился собакой сначала в своей семье, потом в следующей жизни, потому что привязался к ним. Потом уже змеей родился, охранял богатство своей семьи. Почему? Потому что он был привязан. То есть даже оставляя тело, он рождался все равно в этой семье, то собакой, то змеей. Поэтому такой результат, если члены семьи не преданные. Но если мы оставляем тело и смотрим на своих родственников, которые преданные, мы видим тилаки, кантималы. И, то есть мы видим вайшнавов. И тогда наша смерть будет благоприятной. Потому что в последние моменты жизни мы будем думать не о материальном, а о вайшнавах, о преданных. Потому что члены нашей семьи вайшнавы. Когда кто-то оставляет тело, что делают преданные? Совершают киртан. И святые имена входят в уши того, кто оставляет тело. И он покидает этот мир, слушая святые имена и обретает благо. А иначе какой у него вариант? Смотреть на своих обычных мирских родственников и родиться опять в этом материальном мире, быть порабощенным материальными занятиями. Поэтому старайтесь, чтобы все в вашей жизни было связано с бхакти, и делать все не как карму, а как бхакти, как служение Господу. Цитата. Прабхупада описывает, что нам нужно делать. Он рассказывает, что нужно всегда быть в анугате под руководством гуру, духовного учителя. И что тогда произойдет? Что значит вообще гуру? Гукар андакарам твам рукарта сиани родака. Гуру — это тот, кто нашу агьяну, невежество, рассеивает божественным светом бхакти, преданности Господу, духовного знания. То есть гуру — это тот, кто вдохновляет нас следовать пути бхакти, развивать любовь, прему к Господу. Это гуру. Поэтому если мы находимся в его анугате, под его руководством, то мы не будем порабощены материальным. Мы обретем прему, любовь к лотосным стопам Господа. Цитата. Прабхупада объясняет, что служение Господу, конечно, благоприятно, но еще благоприятнее служить преданным. Почему? Потому что кто указывает нам путь, кто вдохновляет нас поклоняться Всевышнему? Его бхакты, его преданные. Где пребывает Господь? В сердцах своих преданных. Поэтому если преданные довольны нами, мы можем понять, что и Господь доволен нами.
Народ Мадастакур говорит Томара Хридая Сада Говинда Вишрама, Говинда Кахена Мама Вайшнава Парана. Господь пребывает всегда в сердцах своих преданных. Он говорит, моя прана, мой жизненный воздух, это мои бхакты, мои преданные. Когда Дурваса оскорбил Амбариша Махараджа и потом побежал к Господу за спасением, сказал, пожалуйста, прости мою парадху оскорбления, Господь ответил, прощают из самого сердца, но мое сердце не здесь, оно с Амбаришем Махараджем, поэтому ступай к нему, возвращайся к нему. Махапрабху дал два наставления. Вайшнава Сена, Нама Сангиртан, Дойкора, Шигри Паба, Шри Кришна Чарам. Махапрабху дал наставление, как очень быстро достичь Господа. Первое – это воспевать Святое Имя, Нама Сангиртан. Громче. То есть первое — это воспевание имени Господа. Это первый способ, как быстрее всего достичь Господа. Ведь именно имя Господа Пая Джимене Рама Ратна Дана Пая Испаджина Мирабая, что именно имя Господа — это высшая драгоценность. Ведь именно имя Господа отправится с нами дальше. И второй способ, как быстрее всего достичь Господа — это вайшнава сева, служение преданным. То есть Махапрабху дал наставление Нама Санкиртана, воспевание Святого Имени и Вайшнава Сева, служение Вайшнавам. Если мы даем что-то Вайшнавам, они используют это ведь сначала для служения Господа, предлагают Ему, а потом почитают сами. Вайшнав всегда все предлагает сначала Всевышнему, содействует в служении Севе, затем принимает как просад. Это действительно вайшнав. Если кто-то использует нечто для себя, для своего наслаждения, это не вайшнав. Вайшнав тот, кто все, что бы к нему не приходило, задействует в Бхагават-севе, в служении Всевышнему, в служении Такуруджи. Если не использовать нечто для служения Господу, а для своего наслаждения, то нельзя называться вайшнавом. Если кто-то использует то, что предполагается для служения Господу, для себя, то наказание будет очень суровым. Парашнанда Прабху рассказывал историю о призраках. Он предупреждал, что есть садху, даже во Вриндаване, которые, оставив тело, стали призраками, даже несмотря на то, что они при жизни были садху. Почему? Потому что богатство Господа, Его имущество, они использовали не по назначению, для себя. Один призрак сказал ему, я использовал богатство Господа для себя, поэтому родился сейчас, поэтому стал сейчас призраком. И он спросил, как так возможно? Зачем мой духовный брат? Вот такая история приключилась. Я на самом деле не садху, потому что еще одежда садху не делает человека святым. Я вел себя неправильно. И поэтому в такое положение попал. Если человек совершает преступление, он получает наказание. Но если полицейский совершает преступление, то есть при исполнении должностных обязанностей, его наказание более суровое, с него больше спрос, потому что у него более высокое положение, более ответственное. Поэтому если вайшнав, если садху совершает тяжелое оскорбление, с него и спрос больше, чем с обычного человека. И этот призрак признался, я был преданным, но я сохранил деньги для себя, для своего наслаждения. Они хранятся вот в этом месте, пожалуйста, ступай туда, попросил он своего духовного брата, который был еще в теле человека. И на эти деньги устрой пиры для всех вайшнавов, накорми их, то есть чтобы эти деньги были использовали по назначению для служения, чтобы я обрел благо. Не находился в теле призрака. Поэтому вайшнав — это тот, кто все использует для служения, а не для себя.
Если он использует то, что приходит для своего наслаждения, то очень тяжелым будет его наказание. Итак, два способа, как быстрее всего достичь Господа. Воспевать Святое Имя и служить вайшнавам. Цитата. Общество Бхагавана благоприятно, но еще благоприятнее общаться с его преданными. Почему? Потому что Господь с нами ведь не говорит напрямую. Говорит разве? Нет, не говорит. Говорит, воспевай мое имя, приготовь мне тот или иной просад, наряди меня получше, выполни для меня служение. Говорит нам Господь напрямую? Нет, не говорит. Кто дает эти наставления? Садху. Бхакта, преданная Господа. Поэтому, если мы действительно общаемся с чистыми преданными, то мы обретем благо. Они настолько важны для Господа, что Господь сказал, если моя рука сама поднимется на моих преданных, я отрублю даже свою собственную руку. Настолько ему дороги его бхакта. Вайшнавера Сангетаман Анандита Анукшан. Когда мы общаемся с вайшнавами, что происходит? Анандита Анукшан. Мы испытываем ананду, блаженство, потому что Садахоя Кришна Прасанга, потому что преданные истинные всегда погружены в повествование о Господе. В их жизни нет ничего, что не было бы связано со Всевышним. Все они делают как служение Севу Всевышнему. Все, что они делают, является бхакти. Поэтому в обществе чистых преданных и мы тоже всегда погружены в духовное и обретаем бхакти. Вайшнавы — это не те, кто в обществе преданных говорят о вишае, о мирских наслаждениях. Это не бхакты, это не преданные. Бхакты — это те, кто не говорят о мирском, а те, кто всегда говорят о Всевышних. Кришна описывает Бхагавад-гите «Мат-читам-ангата-пранам-бадхаянта-параспара». Цитата. Господь сам описывает признаки своих преданных. Они всегда погружены в катху, в повествование о Господе. «Мат-гата-прана». Они посвящают свою жизнь Господу. «Чита» — о чем они думают? О Господу. О Господе. «Бадхаянта-параспара». Они всегда рассказывают только о Нем. Ничто иное не сходит с их уст. Никакие мирские разговоры. Садху — это если не тот, кто говорит о мирском, о семье и так далее. Это не святые. Святые говорят о Господе. Господь описал эти признаки своих преданных. Цитата. Поэтому санга, общение с преданными, для нас еще более благоприятнее, чем с самим Господом. Одна матаджа рассказывала мне недавно. Вы приехали и просто открыли глаза, потому что поклонялась Господу, но предлагала ему лук и чеснок, потому что сама их употребляла в пищу. Я даже не знала, что экадаши нужно соблюдать, не кушать лук, чеснок, нужно воспевать харинам должным образом, украшать Господа согласно определенным правилам. Я не слышала раньше о таких правилах. Вот как жила, так и жила. Лук, чеснок предлагала Богу. И, то есть служила так, как считала нужным. Поэтому для нас благоприятно, что общаться с преданными, они расскажут нам, как нужно служить, как нужно поклоняться на самом деле, как следовать пути бхакти. Цитата. Прабхупада далее объясняет, что в этом, там, где находится Господь, Божество, это благоприятное место. Однако еще более благоприятно, когда Гуруджи пребывает вместе с нами, когда преданные живут вместе с нами. Почему? Потому что когда мы вместе с Гуру живем, то мы всегда под его руководством. Он поругает нас, одарит любовью, то есть поможет нам следовать пути бхакти благодаря своему руководству.
Поэтому гуру греха, бхакта греха, то есть жить вместе с гуру, вместе с преданными, очень благоприятно. Старайтесь всегда быть в обществе преданных. Ведь когда мы собираемся вместе, что мы делаем? Мы можем указать друг другу на недостатки. Преданные могут нас остеречь. Так делать не надо, так поступать не стоит. Был один преданный, который оставил Гурудева, Шрила Бхактивинода Нараяна Госа Махараджа, и на Говардхане стал совершать свой уединенный бхаджан. Гурудев спросил его, как твой бхаджан, как духовная практика? Очень хорошо. Каждый день я совершаю парикриму, обхожу Гирирадж Говардхан, повторяю святое имя, почитаю прасад. Все прекрасно. Гурудев ему ответил, скажи-ка мне, вот на Мангаларите ты просыпаешься, харинам повторяешь, служение выполняешь, Махапрабху встретил благодаря своей духовной практике. А если кто-то, если ты совершаешь что-то неправильное, тебя кто-то поправит, разбудит на Мангаларати, как в храмах будет, потому что знают, что все должны прийти на Мангаларати. Если кто-то спит, его будет. На киртан тебя зовут совместно. Харикатху ты слушаешь вместе со всеми? Общаешься с преданными? Нет. То есть, когда человек один, его никто не поправит, его никто не разбудит, не позовет на Мангаларати, на служение. Он что хочет, то и делает. Если он что-то делает неправильно, кто его поправит? Никто, он же один и живет. Но в храме не так. Преданные поправляют друг друга. Они оберегают друг друга от неблаговидных поступков. Могут отругать, чтобы преданный не скатился вниз. А человек, когда живет один, он что хочет, то и делает. Когда хочет, тогда почитает, прочитает. Когда хочет, тогда просыпается. Когда хочет, тогда спит. Поэтому лучше жить с вайшнавами. И кроме того, в Кали-югу особенность санги-шакти. Шакти — сила, когда мы вместе. Не когда мы одни. Одни мы не можем совершать бхаджан. Поэтому Прабхупада уделял внимание гоштхананде, не бхаджан-ананде, то есть не уединенной практике, а гоштхананде, когда мы вместе. Потому что благодаря этому один преданный поправит другого, второй поправит третьего, укажет, что нужно делать, а что не нужно делать. А иначе неблаговидные склонности, которые есть у нас, будут только усугубляться, потому что нас никто не поправляет. Мы делаем, что хотим. Никто нас не отругает. И мы будем делать свои дурные поступки. Никто нам не скажет, что так делать не надо. Никто за нами не проследит. Поэтому в Кали-йогу не думайте, что вы можете жить одни и совершать бхаджан. Это не так. Будьте с вайшнавами, будьте с преданными. Когда мы одни, что мы делаем? Мы разве говорим о Господе? Нет. Мы что, стене, дереву рассказываем харикатху? Нет, конечно. Мы собираемся все вместе и говорим о Господе, совершаем киртан. Почему? Потому что мы собираемся здесь, все вместе. И тогда поэтому мы обсуждаем то, что связано с Господом. А когда мы одни, с кем мы будем разговаривать? Со стенами, что ли? Поэтому невозможно в Кали-югу совершать бхаджан в одиночку. Бхактивинода Такур поет «Акаки Амар Нахи Пайбал Харинама Санкиртана». Цитата. В одиночку невозможно в Кали-йогу совершать бхаджан. Санги — шакти. Шакти — энергия, когда мы вместе. Тогда мы можем совершать киртан, обсуждать харикатху и так далее. В одиночку мы не делаем всего этого. Когда есть воодушевление, мы делаем, украшаем Господа. В основном, когда это происходит? Когда мы вместе, когда мы какой-то праздник отмечаем, мы готовимся, делаем украшения, гирлянды и так далее. То есть, когда мы вместе, тогда к нам и приходит воодушевление, тогда мы служим. Поэтому еще благоприятнее быть не там, где божество, не там, где Господь, а там, где Его преданные. Это еще более анукул, еще более благоприятно для нашей духовной практики, чем быть просто наедине с божествами. Поэтому говорится, «Джатай Вайшнаваган Саистан Вриндаван». Где Вриндаван? Бхактивинода Такур описывает. Там, где Вайшнавы. И если нет Вайшнавов,
кто-то живет во Вриндаване без общения с вайшнавами, то он может же погрузиться в греховную деятельность. Во Вриндаване что этого нету? В храм Банки Бихари зайдите, выйдите с пустыми карманами, то есть вас обворуют. В Надхмандир сходите, там неблагоприятно можете увидеть и курящих, и так далее. И воры там живут. Это значит что? Что не Вриндаванавасы, жители Вриндавана? Нет, конечно. Поэтому Прабхупада объяснял, что если кто-то грешил за пределами Вриндавана, приехал во Вриндаван, то его грехи будут прощены. Но если кто-то живет во Вриндаване, в Дхаме, и там грешит на святой земле, то последствия будут очень опасными, как удар грома. Последствия такой апарадхи, оскорбления, такого греха, пап, просто высушат сердце. Уже не будет настроения воспевать святое имя, совершать бхакти. Не будет ананды, радости, блаженства в сердце, потому что в обители Господа, в Дхаме, человек посмел совершать столь неблагоприятные поступки. Не так-то просто будет от них избавиться, заслужить прощение. Поэтому будьте осторожны. Не нужно стремиться жить в Дхаме любой ценой. Потому что мы можем скрыть все, что угодно от других, но не от Кришны, не от Гуру, не от вайшнавов. Они все знают. Читрагупта, например, помощник Ямараджа, почему так зовется? Потому что он все, что мы делаем, фиксирует. Читра фиксировать, рисовать дословно, гупта скрытая. То есть все наши деяния, которые скрытые, казалось бы, гупта, читрагупта фиксирует, он записывает это. Мы ничего не можем скрыть, все наши грехи, они видны, они на поверхности. Поэтому будьте осторожны, живя в Дхаме, чтобы не совершать пап, греховную деятельность. Это очень опасно может быть. И последствия будут очень серьезные, ваше сердце просто будет иссушено, ваше желание совершать бхакти будет уничтожено. И где поэтому Вриндаван настоящий? Там, где Вайшнави, там, где Харикатха. Поэтому Бхактивинода Такур объяснял, Джадхай Вайшнава Ган Сестхан Вриндаван. Гирядж Гавардан тоже где? Там, где Вайшнавы. Где Вриндаван? Там, где преданные. Там, где повествование о Господе. Где Харикиртан? Например, мы с вами здесь, всегда погружены в Харикатху, в Киртан. Это и есть Вриндаван? Посмотрите на преданных Прабхупады. Где Прабхупада сам жил в основном? В Калькутте. Потому что там была широкая проповедь. Мой Гурудев, Шрила Бхакти Шри Вистантика Самхарадж. У него был храм и в Пуре, и в Навадвипе, и в Калькутте. Где Гурудев жил? Он приезжал на Надвипа Парикраму, приезжал на месяц на Картику, приезжал на Радхаятру. Месяц был там. А все остальное время, большую часть года, где он проводил? В Калькутте. Почему? Ради служения Махапрабху. Ради проповеди. Потому что там была широкая проповедь, там была Харикатха в Калькутте. Очень много преданных собиралось. Поэтому Гурудев был именно в Калькутте большую часть года. Проводил праздники там. Многие преданные собирались и в блаженстве отмечали дни, связанные с Господом, проводили киртан, обсуждали деяния Господа. Поэтому ученики Прабхупады, посмотрите, Шрила Бхакти Дайта Мадхва Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Пури Госвами Махарадж. Где они жили в основном? Не в Дхаме. Они в основном ездили и проповедовали. То есть распространяли Харикатху, послание Господа. И большую часть времени уделяли именно этому, а не проживанию в Дхаму. Однако есть те, кто хочет жить в Дхаме любой ценой. Однако не стоит так цепляться за проживание в Дхаме. Потому что, живя во Вриндаване, цитата, потому что, живя во Вриндаване, можно совершать такие апарадхи, такие оскорбления, которые иссушат ваше сердце. Если жить во Вриндаване, то нужно совершать баджан должным образом, правильно выполнять свою садану,
а иначе могут быть очень неблагоприятные последствия от такого якобы проживания в Дхамме. Вы будете не в Дхамме жить на самом деле, а в Майе. Только внешне будете в Майе, поэтому садху, будьте осмотрительны. Поэтому самое благоприятное анукул для нашего бхакти – это быть в обществе преданных. Цитата. Здесь у нас харикатха, киртан. Это ваш Вриндаван. Гурудев говорит в Парауте. Это ваш Вриндаван, потому что здесь есть повествование о Господе. Если дома вы занимаетесь духовной практикой, посвящаете себя Господу, это тоже Вриндаван. Если вы уделяете время харинаму, служению и так далее. Это Вриндаван. Цитата. Если мы не делаем этого, не служим гуру вайшнавам, делаем то, что хотим, что нам в голову приходит, то мы не будем должными севаками. У нас просто будет расти аханкара, наше ложное эго, гордость. И мы будем устремляться в материальное, во внешнюю деятельность. Прабхупада описывает, что самое важное — это служение Божеству, Божествам, Господу, Радхе Говинде. То есть старайтесь всю свою жизнь посвятить служению, бхакти, воспеванию святого имени, духовной практике. Цитата. Прабхупада поэтому наставляет нас все свое время использовать для служения Господу, чтобы не быть порабощенным в этом материальном мире, а устремляться всегда к духовному. И как же это будет возможно? Если мы всегда погружены в повествование о Господе, в служение Ему, то разве в нашем уме возникнут другие мысли? Нет. Например, мы сейчас слушаем харикатху, совершаем киртан и погружены в духовное, но дома мы занимаемся мирскими делами и не вспоминаем о Господе, не обретаем блага. Поэтому старайтесь все связать со служением Господу, погружаться всегда в мысли о Всевышнем, все делать для Него. Если же вы не делаете это, то будете погружены в мирское. Цитата. Поэтому нужно быть устремленным, стараться обращать свой взор только на бхакти, только на служение Господу, на харинам, киртан, служение. Потому что уже прошло много-много наших жизней. И чем мы занимались? Бог весть знает чем. Прабхупада объясняет, что уже очень много жизней мы потратили бесполезно, провели впустую, мы не совершали баджан, не поклонялись Всевышнему, но сейчас Он нам в очередной раз дал возможность родиться человеком, чтобы мы совершали баджан, поклонялись Ему. Поэтому оставьте другие занятия, не тратьте свое время попусту, используйте эту жизнь правильно, не тратьте ее. Постарайтесь каждое мгновение, не тратьте ни мгновения, воспевать Святое Имя, служить Господу, и не совершать неблаговидных поступков. Не разрушайте свою жизнь. Используйте ее правильно. Будьте внимательны и осторожны. Цитата. Почему у нас нет анубхути, восприятия духовного сейчас? Причина в чем? Причина в том, что мы баджан совершаем, как полагается, или нет? Если мы думаем не о Господе, а погружены в мирское, о каких духовных реализациях может вообще идти речь? Если мы совершаем баджан, бхакти должным образом, тогда и будут духовные реализации. Рупа Госвами как определил бхакти? Анья билаша ташиньям. Оставить все иные устремления. Анукальена Кришнану Шиланам. Делать всегда то, что благоприятно для Господа, совершать бхакти. А мы этого не делаем. И еще говорим, а где у меня реализации духовные? Так практикуйте должным образом.
Поэтому Прабхупада наставляет нас быть осмотрительными, стараться, чтобы наша привязанность, чтобы наша устремленность были направлены на служение Гуру Кришне, Вайшнавам, Такураджи, божествам. Вот тогда мы и обретем духовные реализации. Потому что если мы делаем что-то для Господа, то мы и осознаем Его. Поэтому постарайтесь использовать свою жизнь для служения Господу и Его преданным. Вот такие ответы Прабхупада дал на вопросы преданных и объяснил, как нам сделать свою жизнь успешной. Ванчакалпатрупища.